Кирове ситуация с коронавирусом остается напряженной, заявляют в областном правительстве. Единственный выход – это вакцинация. В городе открылись новые мобильные прививочные пункты. У входа в торговый центр на Горького 5А, площади маршала Конева и на набережной Грина. Вакцинироваться также можно на Театральной площади, в парке у цирка, в торговом центре на Щерса 79. Продолжает принимать кировчан и круглосуточный пункт вакцинации в приемном покое городской больницы номер 5 на Семашко-1. Что касается статистики заболеваемости, количество инфицированных растет. За сутки выявлено 125 новых случаев заражения. В госпиталях лечится почти 4000 человек. 160 пациентов в реанимации, на ИВЛ 26 человек.